Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру Doom 3. Вот, загружаемся. Вот здесь вот мы сохранились, значит. Комплекс Дельта. Да, 33 жизни маловато будет. Но в прошлой серии у меня тут было 8 жизней, я боялся еще больше. Но сейчас 33, мы, конечно, проживем недолго, но чуть-чуть подольше, если бы у нас было 8 жизней. Сейчас, тихо. А, даже так. У меня тут на самом деле с лестницами. Ой-ой-ой, здрасте. Ой-ой-ой. Вот сейчас меня и прибьют. Ах ты, гад, ты же этот самый. Черт. Да вы прикалываетесь. Может быть, мы тогда с вами... Как нас встречает серия, да? Вот это вот, прям сразу в лицо, прям на сложности, да? Так. Здесь перезарядка. Здесь тоже перезарядка. Вы как хотите, а я душекуб попробую. А смотрите, сколько у меня теперь жизни. Это было напряженно. О, знакомое место. Слушайте, душекуб. Оказывается, неплохое оружие. Он нас восстановил. Подождите. Сейчас я это самое переварю. Все, что я сейчас это самое. Хорошо. Так, я помню, что мы тут были когда-то давно, в какой-то серии. Так, у нас тут монитор не работает, какие-то... Слушайте, а я же сюда смотрел, да? Чё это за фигня? Кишка какая-то. Фу, блин. Я извиняюсь, конечно, за мой французский. Ну, это реально как... Так, хорошо, окей. Идем дальше. Вход к ВЦ. Кто тут? Выходи. О, у Думгая, здорово. Сила Думгая. Помоги, дай мне сил. Не, Думгай, дай мне сил. Кто? Перез...
редко. Но душегуб теперь смотрите. Кстати, да, сохранить надо. Так, душегуб у нас заряжен. Так, сейчас мы сохраняемся. Это что у нас? Важные моменты, которые необходимо помнить при открытии жертвенных порталов. Загрузите файл для получения подобной информации. И тут смотрите. Вот дельта и смерти, смерти. Что надо знать о жертвах? Я не успеваю там читать. Ну-ка, может быть, в КПК у нас тут это самое. Так. А, вот, смотрите. Научный архив. Жертвы приношения, важные моменты. Наше время пришло. Скоро люди будут обречены на муки вечные. Как сказано в пророчестве, мы пожрем их душ. Когда открываешь жертвенный портал, не забудь, лучше всего кровь девственниц. Кровь козла должна быть не старше 3 дней. Потрошить жертву и разделять внутренности следует еще до ее смерти, или не позднее 30 минут после. Свечи следует располагать по высоте, высокие сзади, низкие спереди. Иногда... Никогда иначе. Самое важное, пентаграммы следует рисовать от центра наружу и слева направо. Осуждаю. Осуждаю такие действия. Я надеюсь, что никто из вас этого делать не будет. Иначе я вылезу из этой пентаграммы и дам вам леща, понятно? Фу, так, сохраняемся. Вычислительный центр. Ой, у нас там же этот самый, смотрите, задание. Остановить сержанта. О, боже мой. Я боюсь, что обычным автоматиком его не остановить. Посмотрим. Как мы с ним справимся? Опа! Это мы? А, нет, это не мы. А, вот. Вот он. Ходит. По-моему, у него там это самое... Ракетница. Тихо. Так и знал. Нормально. Кстати. Пластины взял. О, хорошо, окей, вот это мне нравится. О, дробовук, складской шкаф. Ну-ка, а как мне узнать теперь это самое, пароль от складского шкафа? Так, а какой это шкаф? 452, да? Не то. 104.
Ладно. Давайте сохранюсь. Потому что жизни у меня с этими самыми много. Так, давайте я это самое проверю. Здесь это самое, здесь нормально. Здесь тоже нормально. Граната, душегуб. А больше ничего и нет, да? Так. Ограничен, в смысле? Дверной замок. А, вот, господи. Ой-ой-ой, тут... только не вы, блин. Ай! 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 Тихо! Хорош! Где дверь? Откуда я вышел? О! Ну-ка, давайте попробуем. Обычный пол. Так. Тихо. Кто тут? Я думал, это типа аптечка. Ладно, сохраняемся. Что-то мне страшно сержанта искать. Так, ну, плазма теперь у нас есть. Давайте потихонечку вот так будем постепенно сохраняться. Ах ты, гадина. Сюда иди. Так, ну спасибо, хоть за 50 плазмы. Получить коды доступа для лаборатории А. Кто где? Кто где там появился? Выходи. Ой, спасибо. О, он еще и... А, даже так... Все, я теперь знаю, на какую кнопку нажимать, чтобы... Этот самый... Душекуб... Это самое призвать. О, тут, кстати, это самое. Аптечка есть вон там. Но правда она там маленькая. Ля. О. Сержант ждет тебя. Ну, хоть кто-то ждет. Так, ну-ка, тут что-нибудь есть? Ничего нет. Сержант, ты где? Я здесь.
Ух ты. О, Аня. Ой-ой-ой! Спасибо. Только бы теперь патроны для сержанта бы найти. Ай! Зараза какая. Кто-то ходит. Ну, у меня хотя бы дробовик есть. Что у меня еще есть? Пистолет, дробовик. Это самый один из патронов. О, так. А, подождите. Ой, хорошо-то как. Да, давайте я перезаряжусь тогда. Заранее. А то что я вытащил из кармана. Складской шкаф открыт. Это тот самый, который я пытался паролем. Ля, пентаграмма, смотрите, какая. Здравствуйте, пентаграмма. Так, да, давайте попробуем сейчас это самое. Тихо. Жопа какая-то. Ну-ка. Давайте, подползайте. Вот дробовика мне на всех хватит. Так. Вот, складской шкаф. В смысле? Может быть, 4, 5, 2? Да в смысле? Я-то думал, ты открытый. Может быть, тогда уж... А, непонятно. О, смотрите, тут как раз на 100% мне. Давайте сохранюсь. Ага, это не открывается, хорошо. Ладно. Ты здесь не открываешься. Может быть, мне сюда? Достать запасную дверную панель. Найти запасную дверную панель в лаборатории А, чтобы пройти информационную библиотеку. О, начинаются тут эти самые головоломки в голове. Так, давайте еще раз сохраняемся. Мало ли, я тут оступлюсь, упаду. Так, что тут... Так, вот отсюда пауки вылезали обычно. Точнее, вылезают. Так, мне показалось, что тут лестница была. Да, ё-моё.
Только вот какой складской шкафчик открыт, я вообще не понял. Я думал, там этот запароленный открылся. А, слушайте, может быть вот этот? А, КПК, смотрите. Патроны с картечью. Тони Бейтс. Тони, это ты? Так, давайте посмотрим, почитаем. Так, ну-ка, а в смысле... А, вот, дверь лаборатории А. Ну-ка, давайте послушаем сейчас. Так. Тони Бейтс, сотрудник службы информационной безопасности. 25 сентября 2145 года. Последние 4 часа я пытался разобраться в исходниках программы для дверей вычислительного центра, но ошибку так и не нашел. Я проверил каждую систему, о которой только мог подумать, но проблемы с доступом в лабораторию А никуда не исчезли. Все обычные коды доступа работают нормально, но добавлять права для новых пользователей в базу данных нельзя. Пока что я добавил в систему цифровой пароль. Так что если компьютерщикам или ученым потребуется пройти в лабораторию А, когда система опять заглючит, набирайте 627. Конец записи. Вот, короче, пароль узнали. 627. Офигеть. Так, теперь дальше слушаем. Тони Бейтс, сотрудник службы информационной безопасности. 15 октября 2145 года. Доклад о ходе расследования дела А-10982 о незаконном проникновении в систему, имевшем место вчера. Все следы ведут к старой системе, расположенной на второй площадке, в кабинете С-2038. Более чем странно. Техники утверждают, что этот сектор был обесточен несколько лет назад, и в него снова подали питание только сегодня утром, чтобы переоборудовать под склад. Я в полном недоумении. Как вообще можно что-то взломать с обесточенного пульта, которым много лет никто не пользовался? Поэтому я собираюсь лично проверить подозрительный кабинет на второй площадке. О результатах расследования будет сообщено дополнительно. Конец записи. Ну так вот, прикиньте, пульт обесточенный, который взламывает абсолютно все. Так, короче, теперь почта. Так. Брайан Франко, вопросы безопасности. Уважаемый мистер Бейтс, меня беспокоит слабый уровень безопасности в лаборатории А. Я получил несколько рапортов о том, что ваши люди халатно пренебрегают процедурами обеспечения безопасности и вывешивают ежедневные коды доступа на досках объявлений. В свете того, что корпорация недавно привлекла большое количество инвесторов, вы должны более ответственно относиться к поддержанию уровня безопасности в лаборатории. После недавних странных происшествий нам только не хватало толп людей, которые без надзора будут бродить по комплексу. Заранее спасибо. Так, Мартиан Бади, увеличение Дениса. Не везет с девушками? Хочешь наполнить... и разнообразить свою сексуальную жизнь? Просто зайди к нам на martianbody.com и выясни, как это сделать. Марсианский друг всегда поможет. Смотрел я этот сайт, ничего там такого нет. Поэтому у меня до сих пор маленький. Так, Эдвард Соренсон, результаты проверки. Тони, я... В горло что-то попало. Тони, я применил те формулы, которые ты нам послал. Результаты проверки я бросил тебе по почте. Обрати особое внимание на страницу 12, раздел F, пункт 2. Левая часть графика показывает необычные пики за последние 3 недели, которые можно объяснить только несанкционированным доступом к энергосети NPRO. Невозможно получить те цифры, которые ты мне показал, не выходя за энергетические ограничения твоей зоны. Об этом, наверное, следует немедленно сообщить доктору Бетругеру.
Да, досообщались этому вашему битрюгеру. Я думаю, что в этой каморке можно будет закончить данную серию. Вот так вот, да? Да, закончу данную серию именно здесь. Вот. По крайней мере, мы сегодня это самое посмотрели, как работает душекуб в деле. Вот он у меня сейчас как раз заряжен. Просто офигенное оружие на самом деле. Да, заряжаешь, точнее, сначала побеждаешь кого-то, демонюку какого-нибудь, абсолютно любого, насколько я понял. И когда у тебя мало жизней, да, ты просто берешь этот душекуб на букву Q, достаешь, вот он. И кидаешь, короче, в этого самого, в противника. Вот. Он сразу просто убивается, и все жизни у тебя восстанавливаются. Вот. Или у меня просто было, ну, столько жизни, больше половины, наверное, поэтому у меня все жизни и восстановились. Короче, сохраняюсь так. Теперь сохраняюсь вот так вот. Окей. Вот, не забыть бы в следующей серии посмотреть КПК, послушать, что там говорят, потому что мне тут сказали пароль, да? Вот, но в следующей серии мы, наверное, с вами с этим разберемся, короче. Вот, а на этом все. Это была игра Doom 3, с вами был Однорукий Борис. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка есть на нее в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.